Каждую запись своего видео я начинаю с подобных движений. Это не совсем ритуал, это спонтанный танец. Он помогает мне настроиться на собственное естество, на суть меня, которая после из меня изливается в качестве речи, в качестве жестов, в качестве вообще действий всех. Я никогда не готовлюсь ни к чему, я стараюсь, чтобы все было в потоке. Все было спонтанно. Спонтанный танец можно сравнить с хорошим массажем. Дело в том, что в нашем теле скапливаются блоки, зажимы, напряженности, и никто лучше, чем само тело, не знает, где эти блоки находятся. Поэтому если всего лишь дать волю своему телу двигаться так, как оно хочет, оно само будет двигаться именно так, как оно, как нужно для того, чтобы эти блоки растворить. С чего я начинал? Прежде всего, я влюбился в свое тело. Я начал его любить, допустим, рука. Просто посмотреть на нее, полюбоваться ей, позволить ей двигаться, как она хочет. Вот она начинает уже двигаться сама. Просто наблюдать за ней, не пытаться даже понять, что она хочет, как она двигается. Пусть она сама по себе двигается. После этого подключать другие части тела. Так начнется движение. По мере практики ваше тело станет вполне самостоятельным, оно будет двигаться само по себе. Это хорошо, потому что тело на самом деле намного ближе к душе, чем наше сознание, наш ум. Поэтому тело может остановить даже сознание, когда сознание начинает делать глупости. Это замечательно. Я много раз сталкивался с такой ситуацией, когда я собираюсь нечто сделать, а тело мое разворачивается и не делает. Или, например, сказать глупость я уже сейчас могу, но с очень большим трудом, потому что у меня язык просто сам останавливается, он перестает двигаться. То есть это все подсказки, помощь. К тому же, например, потерянную вещь можно просто попросить тело найти, и оно вспомнит, где потерялась эта вещь, оно найдет. Оно просто само пойдет, протянет руку и возьмет то, что нужно. Выбор еды, к примеру. Кому как не телу лучше знать, что оно хочет прямо сейчас. Ни один диетолог, ни один доктор не знает, что прямо сейчас мое тело хочет. А мое тело знает. Поэтому просто придя в магазин, я говорю телу, выбери, что ты хочешь. Тело выбирает. Тело наслаждается жизнью. Тело это как маленький ребенок. Ему хочется играть, веселиться, торжествовать. Ему хочется свободы, ему хочется внимания, вашего внимания. Поэтому просто любить свое тело и позволять ему двигаться так, как оно хочет. Позволять ему проявляться ярко, торжественно. И тело вам отплатит здоровьем, силой, бодростью, хорошим настроением, праздником. Начнем. Просто посмотрите на свои руки. Насладитесь ими. Оп, платочек вылез. Т.
постарайтесь почувствовать самостоятельное движение. Вы даже обращайте внимание больше не на движение, а на ощущения от них. Постарайтесь словить такое ощущение, как мороз по коже, ощущение потока. Такое необычно приятное ощущение. Просто двигайтесь. Если у вас ум включается, так, опа, типа, а вот это что за движение, вот это что за движение? А что делать дальше? А как повторять? Вы просто останавливаетесь и начинаете снова. Или, ну, например, с позиции просто. Руки по швам. Просто наблюдайте, что хочет сделать. Сначала одна рука. Потом другая рука. Потом все тело. И чувствуйте, как ваше тело двигается. Чувствуйте те ощущения, которые вызываются этим движением. Ощущения, это даже не телесные ощущения, а скорее ощущение поля, ощущение энергии. Если у вас в самом начале получается двигаться не всем телом, а только, допустим, одной рукой, это хорошо, это замечательно. Позвольте руке полностью раскрыться, начать двигаться так, как она хочет. А после этого плавно подключайте остальные части тела. Или, допустим, если у вас раскрыт голос, если вы свободно можете говорить, свободно пропускаете через себя речи, поете, то можете начать петь свободно, спонтанно петь. И к этому подключать жестикуляцию. Если вы рисуете, попробуйте рисовать спонтанно и к этому подключать тоже жестикуляцию. Если вы танцуете хорошо, но у вас, допустим, голос заперт, или вы боитесь рисовать или барабанить, через танец можно также выйти на речь, можно выйти на рисование, можно выйти на музицирование. Можно просто одно подключать к другому, и оно будет вытаскивать запертую часть проявления.